по штук 20 и человек 50 пехоты! Контакт! Наша задача здесь исключительно обучение местных бойцов. Просто думайте как противник, тогда сразу поймешь, куда пойдут основные удары. Мне вроде сказали, здесь боевых действий нет. Как только выбор, сразу фейерверк со стрельбой начинается. Серьезные ребята. Из чада идут 100 наемников. Понятно, значит, замес намечается. Белорусь, русские умеют воевать, и, к сожалению, делают это хорошо. Их нельзя победить только силой. Американцы же за демократию были. Мы за справедливость. Мерси. Он пикап с пулеметом уничтожил и девчонку раненую вытащил. Кто? Турист? Турист. Премьера 19 мая в 23:40 на НТВ.